Друзья, всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный и ароматный постный борщ с килькой в томате. Этот рецепт родом из моего детства. Моя бабушка называла его постным борщом и готовила довольно часто. Свеклу, картошку, морковку, лук очистим. Поставим закипать 3 литра воды. Лук нарезаем мелким кубиком. Выкладываем на хорошо разогретую сковородку с растительным маслом и будем обжаривать на среднем огне. А пока натрем морковной крупной терки. У меня прошло где-то 2 минутки, и теперь морковку добавляем к луку. Продолжаем обжаривать, иногда помешивая. По желанию возьмем сладкий перец и нарежем кубиком. Добавляем к луку и морковке и будем обжаривать примерно 5-6 минут. А пока натрем свеклу на крупной терке. Овощи уже немного обжарились, теперь добавляем свеклу. Немного обжарим, около 2 минут. У меня водичка в кастрюле уже закипела, и я выключила огонь. И теперь 2 полоника добавляем в нашу зажарку. Делаем небольшой огонь и потушим минут 10. Время прошло, теперь к овощам добавляем фасоль, у меня уже готовая в томатном соусе, и кильку в томате. Перемешаем и будем тушить 5 минут. А пока нарезаем картошку кубиком. Время прошло, выключаем огонь. Зажарка готова. Опять даем водичке закипеть в кастрюле и добавляем соль. И следом высыпаем картошку. Убираем пенку и варим картошку до готовности. И тем временем измельчим капусту. У меня прошло 25 минут, и картошка уже готова. Теперь добавляем капусту и варим 5 минут. Время прошло, теперь в кастрюлю добавляем зажарку с килькой и фасолью и варим до готовности капусты, примерно 5-7 минут. В конце добавляем любимые специи и пробуем на соль. У меня специи для борща.
У меня прошло 7 минут. Выключаю огонь. Даем немного настояться. Аппетитный и вкусный борщ с фасолью и килькой в томатном соусе готов. Разливаем по тарелкам и по желанию посыпаем зеленью. Такой борщ еще вкуснее на второй день в прохладном виде. Только главное, берите хорошую качественную кильку, от нее будет зависеть вкус борща. Всем приятного аппетита и хорошего настроения! Буду рада вам за подписку, лайки и комментарии.